Ежегодно лесные пожары приводят к повреждению и гибели лесов на значительных территориях, причиняя ущерб и животному миру. Множество возникает по вине человека. Летом особенно важно соблюдать ряд требований, ограничивающих применение открытого огня. Не бросать горячие спички и окурки на землю, не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами предметы, не разжигать костры в пожароопасный период и не сжигать мусор в лесу. В противном случае нарушителя ждет суровое наказание. Постановлением губернатора Московской области с 1 апреля 2022 года на территории лесов Подмосковья открыт пожароопасный сезон. В связи с этим следует обратить внимание на то, что за действиями, повлекшие возникновение лесных пожаров, предусмотрена уголовная ответственность, которая предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, статьей 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности – если это деяние причинили незначительный ущерб, наказывается штрафом, либо обязательными работами, исправительными работами, либо лишением свободы до 4 лет. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджига, иным общественно опасным способом, либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если причинен крупный ущерб, данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.